Накануне Нового года Валерий успевает не только сниматься в праздничных шоу, но и проводить время с семьей. Так, в выходные певица Иосиф Пригожин встретились в одном из ресторанов Москвы с дочерью продюсера от первого брака, 21-летней Данаей Пригожиной. Соответствующую фотографию Валерия опубликовала на своей странице в Instagram. «Даночка приехала. Обедаем в потрясающе красивом месте с видом на Кремль. Москва прекрасна, а праздничная особенно», сообщила многочисленным подписчикам певица. В долгу не осталась и Даная, ура, увиделись с Валерией и папой. «Без слов», написала она в соцсети. Пользователи, в свою очередь, восхитились мудростью Валерия и Иосифа Пригожина, которые, несмотря на прошлые конфликты с Данаей, смогли нормализовать с ней отношения. «Дана очень красивая девочка. Вы, Валерия, не просто красивая женщина, но и очень мудрая, Даночка красавица, Валерия. Вы великолепны. Как же правильно вас воспитали родители. Как правильно расставлены по жизни все приоритеты. Вы лучшая. Валерия, вы умничка и очень мудрая женщина, так и должно быть. Мудрость и талант в одном прекрасном человеке. Достойно. Восхитились фолловеры. Напомним, Даная Пригожина, дочь Иосифа Пригожина от первого брака. Отношения девушки со знаменитым отцом еще несколько лет назад были напряженными. В 2016 году она собиралась судиться с продюсером из-за денег и требовала, чтобы он финансово ее обеспечивал, так как она испытывала сложности с работой. Кроме того, в микроблоге Даная неоднократно говорила, что отец стыдится ее и брата и всячески оскорбляла его семью. Семейный конфликт удалось уладить только недавно, тогда Пригожин говорил, что в ситуации поставлена точка. Добавим, что у продюсера также есть дочь Лиза от гражданской жены Лейлы Фатаковой, троих детей нынешней супруги, певицы Валерии, он также считает родными.